Баба-Яга на самокате, кикимора болотная на скейтборде, ультрамодная музыка и танцевальная хореография, современное прочтение новогодней классики. Сюжет прежний. Дети и звери спасают главного зимнего волшебника и его внучку, чтобы наступил он, Новый год. Так-так, вижу вас тут. Туса новогодняя намечается. Вижу, елку нарядили, сами нарядились, а меня... Не позвали. Так, все, надо в кикиморке своей позвонить. Интерактивное представление с первых минут привлекает внимание детей. Яркие костюмы, харизматичные персонажи, легкое свободное общение со зрительным залом. И вот уже все дружно танцуют под зажигательную музыку. А ну, дети, встаем, встаем, встаем! Чтобы помочь Дедушке Морозу и Снегурочке, детям предстояло разгадать слова и переиграть сказочных персонажей в снежки. Ребята успешно справились со всеми испытаниями. Тебя заколдовали и меня хотели. Сбежала я, правда, заблудилась в лесу. Хорошо, что вы меня позвали. Хоть по вашему голосу на путь верный вышла. Добро побеждает зло. Серьезное отношение к любимому делу приводит к прекрасному результату. Вот и сегодня все остались довольны, и дети, и взрослые. Юные актеры, конечно, волновались, но выступление только укрепило их желание радовать зрителя. Руководитель школьного театра о своих воспитанниках говорит с гордостью и большой любовью. Хочется сказать, что они занимаются с удовольствием. То есть я их не прошу, там, не уговариваю, не бегаю за ними. Они, наоборот, вот с большим интересом приходят на занятия, звонят мне, пишут. То есть им нравится, и это, считаю, самое важное, самое главное, что детям нравится. Найти главные слова и подбодрить воспитанников так же важно, как и передать знания. Зритель чувствует энергетику со сцены и благодарно возвращает ее в виде аплодисментов. Подбодрить, сказать, что они самые лучшие, наверное, так. В принципе, что главное, что мы в них верим, что помогают им родители. Я думаю, это самое главное. На Новый год хочу вам пожелать всего наилучшего. Чтобы вы слушали и уважали своих родителей, любили их и почитали. И мы со Снегурочкой хотим вас поздравить с Новым годом. С Новым годом! Елена Краева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».